Дорогие товарищи, продолжим повторять английскую лексику на тему жилища, в частности, на тему столовая и столовая посуда. Лексику на тему гостиная, столовая мы уже прошли, и сейчас повторим слова на тему столовая посуда, а также сервировка стола. В самом понятии «столовые приборы» есть свои особенности в Англии и в Америке. Например, слово «cutlery» – столовый прибор. «Cutlery» – это столовый прибор. В Англии это слово обозначает ножи, вилки и ложки. Столовый прибор. А в Америке есть свое слово для обозначения понятия «столовый прибор». Flatware. Понятие «посуда». Crockery. В Англии это посуда – керамическая, фарфоровая, вся, что на обеденном столе. Вся посуда, кроме столовых приборов, кроме катлери. А в Америке крокеры – это посуда, которая используется в кухне для приготовления пищи, то есть кухонная посуда. Вот такие есть различия в понятиях. Ну и также столовое серебро – silverware. Столовое серебро. В Великобритании эта вся посуда сделана из серебра, а в Америке silverware – это все ложки, вилки и ножи, и неважно из какого материала они сделаны. Вот такие различия вот в этих понятиях в Англии и в Америке. Сервировка стола. Table setting. Сервировка стола. Table setting. Сервировка любого стола, не обязательно английского, просто сервировка стола, table setting. Так, для того, чтобы нам учить английскую лексику по сервировке, нам надо представить себе, что из себя представляет сервировка стола. Например, для обеда. Перед каждым гостем ставится подтарельник. То есть такая большая плоская тарелка. По-английски это a bottom plate. То есть нижняя тарелка, bottom – это низ. Подтарельник или подстановочная тарелка, или подставная тарелка, по-всякому ее называют. Она выполняет функцию небольшого такого подносика или салфетки. Далее на эту тарелку ставится сначала salad plate, то есть салатная или закусочная тарелка. Salad plate. После съедения салата ставится soup plate. После поедания супа ставится a dinner plate. Это мелкая, большая тарелка для второго блюда. Слева от подтарельника
будет как минимум две вилки. Та, которая дальше от тарелки, это салатная. Salad fork. Salad fork. Salad fork. Салатная вилка. Salad fork. Salad fork. Которая ближе к тарелке слева, идет уже вилка для второго основного блюда. A dinner fork. A dinner fork. A dinner fork. A dinner fork. Салфетку, как правило, кладут на подтарельник или слева от приборов. Салфетка. A napkin. A napkin. 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 Эту салфетку, свернутую вдвое, надо положить к себе на колени, складкой к себе. Справа от тарелки будут располагаться три предмета. Ближе к тарелке справа нож для второго блюда, для основного блюда. Dinner knife или a dinner knife. Dinner knife. Dinner knife. Dinner knife. Dinner knife. Нож для основного блюда. Dinner knife. Dinner knife. Далее от тарелки идет столовая ложка. Soup spoon. Soup spoon. Soup spoon. Soup spoon. И далее справа нож для салата. Salad knife. A salad knife. Для салата или для закуски. A salad knife. A salad knife. Salad knife. Salad knife. Также перед вилками ставится пирожковая тарелка для хлеба. То есть слева. Выше вилок. A bread plate. Небольшая мелкая пирожковая тарелка. A bread plate. Ее также называют a side plate. Можно назвать и a bread and butter plate. Bread plate – это хлебная для хлеба, хлебная тарелка. Bread and butter – это бутерброд, бутербродная тарелка. Side – это просто сторонняя как бы тарелка. В стороне. Side – это сторона. Итак, у нас вообще-то она называется в России пирожковая тарелка. По-английски пирожковая тарелка – bread plate, bread plate, bread plate, bread plate. Bread and butter plate, bread and butter plate, bread and butter plate, bread and butter plate. Или side plate, side plate, a side plate, side plate, side plate. На нее кладут нож для масла. Нож для масла можно назвать и bread knife, и butter knife. A bread knife, a bread knife, a bread knife, a bread knife, a bread knife. Или a butter knife, a butter knife, a butter knife, a butter knife. Рядом, перед подтарельником, то есть выше подтарельника, ставят масленку с маслом. A butter dish. A butter dish. A butter dish. A butter dish. Butter dish. Butter dish. Butter dish. А также общее блюдо с хлебом. Bread dish. Bread dish. Dish – это блюдо. Bread dish. Bread dish. Bread dish. Bread dish. Bread dish. Тарелка – plate. А dish – это блюдо. A bread dish – это блюдо с хлебом. Или корзинка с хлебом. A bread basket тоже ставят. Итак, мы берем с общей хлебницы кусок хлеба руками и кладем его на свою пирожковую тарелочку. Также берем своим ножом для масла часть масла из общей масленки и кладем на свою пирожковую тарелочку. Отламываем или отрезаем свой хлеб маленьким кусочком. Мажем его маслом на своей тарелочке пирожковой и отправляем в рот. И каждый кусочек вот так. Отрезаем, намазываем и в рот.
Справа перед ножами и суповой ложкой, то есть выше, ставят бокалы для воды. Бокал для воды. Water glass, water glass, water glass, water glass. Или water goblet, water goblet, water goblet, water goblet. Это бокал или стакан для воды. Water glass, water goblet. Goblet еще кубок переводится. Сначала подальше ставят бокал для воды, затем ставят для шампанского бокал или фужер. Champagne, champagne glass, champagne glass, champagne glass, champagne glass, champagne glass, champagne glass, champagne glass. И ближе к нам ставят бокал для красного вина, который пьют с мясом, с мясным блюдом. Red wine glass, red wine glass, red wine glass, red wine glass, red wine glass. И еще ближе к нам бокал для белого вина. А белое вино пьют с рыбой. White one, white wine glass. A white wine glass. 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 После окончания обеда вся посуда убирается со стола, и стол сервируется для чая. Для чая. Для каждого гостя ставится десертная тарелка. A cake plate. A cake plate. Это обычная закусочная тарелка, которая у нас имеется в сервизах. Salad plate. A salad plate. Мы ее в данном случае можем использовать как десертную тарелку. A cake plate. A cake plate. A cake plate. A cake. A cake plate. A cake plate. Это у нас десертная тарелка. A cake plate. На десертную тарелку ставят блюдце с чашкой. A cup and the saucer. 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 На блюдце кладут чайную ложку. Причем чайную ложку внутренней частью вниз, а вверх выпуклой частью. Чайная ложка. A teaspoon, a teaspoon, a teaspoon, a teaspoon. А десертную ложку. A dessert spoon, a dessert spoon, a dessert spoon. Десертная ложка. A dessert spoon. Кладут справа от тарелки, рядом с ней, ближе к десертную ложку кладут справа от тарелки, от десертной тарелки. Рядом с ней, ближе к тарелке, кладут нож для десерта. A dessert knife. A dessert knife. A dessert knife. A dessert knife. Если он нужен, конечно, для десерта. А слева от тарелки, от десертной тарелки, кладут десертную вилку. A dessert fork. A dessert fork. A dessert fork. Десертная вилка. A dessert fork. A dessert fork. У нас в России мы, как правило, едим торты чайной ложкой. А чайной ложкой торты есть не надо, не положено. А торты надо есть десертной ложкой. Во время чайной трапезы блюдце с чашкой мы ставим справа от десертной тарелки и начинаем, кладем себе там, допустим, какой-то тортик и начинаем кушать. Если еще подаются и фрукты, то перед десертной тарелкой, параллельно друг другу, но ручками в разные стороны,
кладутся вилка и нож для фруктов. В центре чайного стола англичане обычно ставят вазочку с цветами. A flower vase, a flower vase, a flower vase, a flower vase, a flower vase. Или, как говорят американцы, vase, a flower vase. А далее в центре ставится трехъярусное блюдо. Three-tier serving stand. Трехъярусная сервировочная такая ваза стоячая, stand. Three-tier serving 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 stand. На верхнем ярусе кладут булочки. Они называются scones. Можно назвать scones buns. Это булочки, которые стряпаются, пекутся без дрожжей и без яиц. Такие булочки английские. Scones, scones. Scones, scones buns, scones buns, scones buns, scones buns. На втором ярусе кладут бутерброды и сэндвичи. Sandwiches, 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 sandwiches. На нижнем ярусе, на нижний ярус кладут пирожные. Cakes. Cakes, 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 cakes. Справа от центра ставят заварочный чайник с чаем. Teapot, a teapot, a teapot, a teapot, a teapot. И обязательно молочник. A milk jug, a milk jug, a milk jug, a milk jug, a milk jug. А слева от центра, от этой трехъярусной вазы, трехъярусного этажерки этой, можно поставить сахарницу. A sugar bowl, 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 a sugar bowl. Или вазочки с джемом и медом. Bowl with honey, bowl with honey. Bowl with honey, вазочка с медом. Bowl with honey, bowl with honey, bowl with honey, honey это мед. Bowl with honey, вазочка с джемом. Bowl with jam, bowl with jam, bowl with jam, a bowl with jam, a bowl with jam, a bowl with jam, и масленку с маслом. A butter dish, a butter dish, a butter dish, a butter dish, a butter dish. То есть масленка с маслом. Это обязательный атрибут любой сервировки, даже чайного стола. Итак, сейчас повторим лексику по теме посуда. По теме посуда. Итак. Фужер. Фужер. Бокал для вина. A wine glass. A wine glass. A wine glass. A wine glass. Фужер. A wine glass. A wine glass. A wine glass. Также есть еще слово для обозначения этого понятия. A snifter. A snifter. Бокал, суженный кверху. Фужер. A snifter. A snifter. A snifter. A snifter. A snifter. A snifter. Фужер. Бокал, суженный кверху. A snifter. A snifter. Так, чашка. A cup. Кружка, a mug, a mug, a mug, a mug, a mug. Конечно, чайные
Сервировка с кружками, я думаю, что для гостей это недопустимо. Надо обязательно чайный сервиз. Чайная чашка. Тикап. Пивная кружка. Эбиамаг. Чайная – это пивная кружка. Эбиамаг. Кубок. Габлет. Стакан. Глаз. Высокий стакан. Тамбла. Стакан. A glass, a tumbler. Глубокая посуда. Hollowware. Глубокая посуда. Hollowware. Хлебница. Bread basket. Хлебная корзинка. Bread basket. Графин. Караф. Графин. Экараф. Графин. Караф. Супница. Большая такая, ну, фарфоровая. Сосуд такой фарфоровый, который ставится на стол и разливается суп из него. A soup bowl. Супница. A soup bowl. Супница. Масленка. Butter dish. Сахарница. A sugar bowl. Кофейная чашка. A coffee cup. Кофейная чашка. Соусник. A sauce boat. Солонка. Salt shaker. Salt – это соль, шейка – это трясти. Графинчик для масла – это большой графин кераф, а поменьше графинчик круит. Графинчик круит. Для масла oil круит. An oil круит. Графинчик для масла. An oil круит. Графинчик для уксуса. Уксус по-английски. Vinegar. И графинчик круит. И получается vinegar круит. A vinegar круит. С единственным числом артикль «э» употребляется. A vinegar круит. Графинчик для уксуса. Кофейник. A coffee pot. Кофейник. A coffee pot. Заварочный чайник. A teapot. Кувшин для молока. A milk jug. Кувшин для молока. A milk jug. Кувшин для крема. Сливочник.
Для сливок имеется в виду. Cream jug, cream jug, cream jug, cream jug, cream jug, cream jug. То есть, это английская традиция подавать на чайный стол, ставить или молочник с молоком, или сливочник со сливками. Они пьют чай с молоком. Кувшин для воды. Water jug, water jug, water jug, water jug. Стеклянная посуда. Вся стеклянная посуда, бокалы и стаканы называются glassware, 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 glassware. Бокал для красного вина. A red wine glass. A red wine glass. A red wine glass. A red wine glass. Бокал для хереса. Sherry glass. A sherry glass. A sherry glass. A sherry glass. Это для хереса, крепкого виноградного вина. Бокал для белого вина. A white wine glass. A white wine glass. A white wine glass. White wine glass. Стакан для воды. Уже говорила я, или glass, или tumbler. Water tumbler. Большой высокий стакан для воды. Water tumbler. Water tumbler. Water tumbler. Water tumbler. Water tumbler. Чаша для мороженого. Ice cream bowl. Ice cream bowl. Ну, наверное, похоже на пиалу. Ice cream bowl. Ice cream bowl. Ice cream bowl. Для мороженого. Чашечка для мороженого. Ice cream bowl. Ice cream bowl. Ice cream bowl. Столовое серебро и приборы. Серебро, столовые приборы. Silverware. 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 Десертная вилка. Dessert fork. Dessert fork. Dessert fork. Dessert fork. Dessert fork. Если одну букву S убрать, и будет desert, пустыня. А здесь и ударение по-другому будет, и звук недолгий E. А здесь десертная вилка dessert, ударение на второй слог. Dessert, dessert fork, a dessert fork, десертная вилка. Вилка для рыбы. Fish fork. Fish fork. Fish fork. A fish fork. A fish fork. A fish fork. Столовая вилка. Ну, вилка, видимо, для основного блюда. Основное блюдо у них считается мясное. Столовая вилка. A table fork. A table fork. A table fork. A table fork. Нож для масла. A butter knife. 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 Butter, масло, knife, нож. Все понятно. A butter knife. Столовый нож для рыбы. Нож для рыбы. A fish knife. Fish, рыба, knife, нож. A fish knife. A fish knife. A fish knife. A fish knife. Столовый нож имеется в виду для второго блюда. A table knife. A table knife. A table knife. Это столовый нож, это не кухонная посуда. Это все я перечисляю только столовую посуду. A table knife. A table knife. A table knife. Столовый нож. Половник. Половник, он тоже ставится вместе с супницей. Soup ladle, a soup ladle, a soup ladle. Или поварёшка у нас говорят еще. A soup ladle,
A soup ladle. A soup ladle. Ladle – еще ковшик. A soup ladle. A soup ladle – половник. Щипцы для сахара. Sugar tongs. 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 Так, щипцы для сахара. Sugar tongs. Sugar tongs. Ложка для десерта. Десертная ложка. Dessert spoon. Dessert spoon. A dessert spoon. A dessert spoon. A dessert spoon. Супная ложка. Ложка для супа. A soup spoon. A soup spoon. Чайная ложка. A teaspoon. A teaspoon. A teaspoon. Кофейная ложка. A coffee spoon. A coffee spoon. A coffee spoon. Ложка для салата. Видимо, бывает и такое. Ложка для салата. Обычно вилку кладут для салата. Но, видимо, бывает и ложка. A salad spoon. A salad spoon. A salad spoon. A salad spoon. Вилка для торта. A cake fork. A cake fork. A cake fork. A cake fork. Вот когда мы сервируем стол для чая, вот вилка для торта кладется слева от десертной тарелки. То есть она, ее можно еще назвать десертной вилкой. A cake fork. A cake fork. A cake fork. Фаянсовая посуда. Crockery. 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 Фарфоровая посуда. China. 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 Но, наверное, не будет ошибкой назвать и фаянсовую, и фарфоровую посуду crockery. Но еще и подразделяется фарфоровую посуду, называют china, 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 china. Так, глиняная посуда earthenware crockery. Earthenware crockery. Earthenware crockery. Earthen – земляной. Earthenware crockery. Подтарельник или подставочная тарелка. Bottom plate. A bottom plate. A bottom plate. A bottom plate. A bottom plate. Ее еще называют подтарельник. Service plate. A service plate. A service plate. A service plate. Вот этот подтарельник выполняет функцию салфетки или я иногда ставлю небольшие такие трейз на стол. Значит, чтобы не капали на стол, чтобы не поцарапали стол и так далее. Вернее, мою скатерть. Service plate. Service plate. Подставная тарелка. Service plate. Service plate. Bottom plate. Bottom plate. Bottom plate. Bottom plate. Подставная тарелка. Bottom plate. Глубокая тарелка. Суповая. A soup plate. 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 Так, для основного блюда тарелка. A dinner plate. A dinner plate. A dinner plate. Ну, это большая мелкая тарелка, неглубокая. A dinner plate. A dinner plate. Пирожковая и тарелка для хлеба, она же. A side plate. A side plate. Мы уже говорили. A side plate. Блюдце соуса. A соуса. A соуса. Столовое белье. Table linen. Table linen, table linen, table linen. Или table clothing, table clothing, table clothing, table clothing. Скатерть. A tablecloth, a tablecloth, a tablecloth, a tablecloth. Салфетка. A napkin, a napkin, a napkin, a napkin.
Но пепельница не место, конечно, на столе. Тут я не знаю, почему у меня здесь это слово. Ваза для цветов. A flower vase. A flower vase. Или a flower vase. A flower vase. A flower vase. Или a flower vase. Столовые приборы по-американски. Flatware. 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 По-английски. Cutlery. 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 Это и единственное, и множественное число. Cutlery. Так, большая плоская тарелка для второго блюда. Мы уже повторили. A dinner plate. Подставка для яиц. An egg cup. 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 Подставка для яиц. An egg cup. Вилка. Fork. Fork. A fork. A fork. Стакан, бокал. A glass. A glass. A glass. Салфетка из ткани. Так, мы повторяем уже по второму разу. Или даже по третьему. A napkin. A napkin. 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 Бумажные салфетки. Tissues. 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 Бумажные салфетки. Tissues. 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 Кувшин. Jug. A jug. A jug, a jug, кувшин, a jug, a jug, a jug, кувшин. Кувшин для воды. Также еще water jug, можно сказать, а можно сказать a pitcher, a pitcher, a pitcher, 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 a pitcher. Чуть ли не ассоциируется с русским словом пить. A pitcher, a pitcher, a pitcher. Подставка под тарелку, термосалфетка. Вот я чем пользуюсь очень часто, когда ко мне кто-то приезжает. У меня скатерть такая, что ее можно порвать легко, и, в общем, она не очень прочная. Поэтому я обязательно ставлю, да всегда я ставлю подставку под тарелку. A placemat. Подставки под тарелку, то есть вместо под тарельника. A placemat. 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 Подставка под тарелку. A placemat. A placemat. У меня их несколько разновидностей. Два комплекта. A placemat, a placemat. И они придают какую-то красоту сервировке. A placemat, a placemat. Серебро столовое, мы уже говорили. Silverware, silverware, silverware. Сервант. A sideboard. A buffet, а также china cabinet. Сервант. А почему china cabinet? Шкаф для фарфора. China – это фарфор, а cabinet – это шкаф. Шкаф для фарфора со стеклянными дверцами, где все любуются этим фарфором, сервизом из фарфора. Сервант – china cabinet. Или сервант, или горка. China cabinet. China cabinet, China cabinet, China cabinet, China cabinet. Ведерко для шампанского. Champagne cooler, champagne cooler, champagne cooler, champagne cooler, champagne cooler, champagne cooler, champagne cooler. Это ведерко для шампанского, в котором cool – это охлаждать. Champagne cooler. Охлаждается шампанское. Так, лопатка для торта. Cake
Silver, silver, cake, silver, a cake, silver, a cake, silver. Вот этот звук между о и ё. A cake, silver, a cake, silver, a cake, silver, silver, a cake, silver, a cake, silver. Это лопатка для торта. A cake, silver. Это непременный атрибут чайного стола, когда есть торт. Так, тарелка для масла, масленка. A butter dish, a butter dish. Миска, чашка, салатница, суповая чашка. Это все глубокие такие чашки, салатники. Это все bowl, bowl. В единственном числе a bowl, во множественном числе bowls, bowls, bowls. Мы эти все тарелки глубокие, общие, называем салатниками. И действительно, мы ставим салат на середину стола вот в таких вот больших глубоких чашах, тарелках. Мы их называем тарелкой, общая тарелка. Салатница. A salad bowl. A salad bowl. A salad bowl. Это глубокая салатница. A salad bowl. A salad bowl. A salad bowl. А салатница в виде блюда, на которое я, например, кладу селедку под шубой, это уже будет a salad dish. Dish – это блюдо. A salad dish, a salad dish, a salad dish, a salad dish. Тарелка для закусок и салата, я уже сказала, a salad. А, да, salad dish – это блюдо. А salad plate – это тарелка, это закусочная тарелка, которая кладется каждому, ставится каждому. A salad plate, a salad plate, a salad plate. Salt shaker – солонка. Salt shaker, salt shaker, salt shaker – солонка. Так, супницу еще называют serving bowl, serving bowl. Serving bowl, serving bowl. Так. Сахарница. A sugar bowl, a sugar bowl, a sugar bowl, a sugar bowl, a sugar bowl. Сахарница. Сахар и чашка bowl. Стол, table, это, наверное, все абсолютно знают. Скатерть, a tablecloth, a tablecloth, a tablecloth. Чайник заварочный, a teapot, a teapot, a teapot. Заварочный чайник ставится на середину чайного стола. Чайник металлический, в котором кипятят воду, a kettle, a kettle. A kettle, a kettle, a kettle. Этот чайник ставится на отдельный столик, на сервировочный столик. Я ставлю на журнальный столик. Конечно же, на подставку, потому что он горячий. A kettle, a kettle, a kettle. Так, скатерть, a tablecloth. Столовый сервиз. A dinner set, a dinner set. A dinner set, a dinner set, a dinner set, a dinner set, a dinner set. Чайный сервиз. A tea set, a tea set, a tea set, a tea set, a tea set. Это чайный сервиз. A tea set. Хрусталь. Crystal, crystal. Все любят хрусталь. В советское время он был дешевый, и этот хрусталь мы до сих пор все храним. А сейчас очень дорогой. Хрусталь. Crystal, 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 crystal. Палочки для еды. Суши едят этими палочками.
Честно говоря, я ими никогда не пользуюсь. Я часто хожу в суши кафе в Ялте, в сквер имени Шевченко. Очень люблю туда ходить, но палочками никогда не пользуюсь, не знаю. Chopsticks. 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 Палочки для еды. Chopsticks. 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 Селедочница. Селедочница, все знают. Длинная такая, плоская. A herring dish. A herring dish. Значит, dish это блюдо, herring это селедка. Блюдо для селедки, селедочница. A herring dish. A herring dish. A herring dish. Herring dish. Herring dish. Herring dish. Селедочница. Herring dish. Фужер также еще называют a tall wine glass. Высокий винный стакан. A tall wine glass. A tall wine glass. Tall wine glass. Tall wine glass. Это фужер. Tall wine glass. Tall wine glass. Чайная ситечка, без которого не обходится у нас обычно чаепитие. Tea strainer. A tea strainer. A tea strainer. A tea strainer. A tea strainer. Чтобы запомнить слова, еще метод ассоциации используют. Я не буду вам свои ассоциации рассказывать, но каждый может какую-то ассоциацию вообразить, придумать. Чайная ситечка. A tea strainer. A tea strainer. A tea strainer. Чайная ситечка. Бокал для вина. Wine glass. Или рюмка. Wine glass. A wine glass. A wine glass. A wine glass. A wine glass. Сливочник или сосуд для сливок я уже говорила. A creamer. A creamer. A creamer. A creamer. Молочник. A cow creamer. A cow creamer. A cow creamer. A cow creamer. Или milk jug. A milk jug. A milk jug. A milk jug. Молочник. A cow creamer. A milk jug. Салатница, salad bowl, глубокая салатница, пича, кувшин для воды, сервировочная миска, то есть общие вот эти мы называем салатниками, они называются, можно их назвать еще сервировочные миски, но мы как-то мисками не называем, миски у нас это в кухне. A serving bowl. A serving bowl – это у нас сервировочные глубокие тарелки. A serving bowl, a serving bowl, a serving bowl, a serving bowl – для салатов различных. Можно и фрукты в них поставить. A serving bowl, a serving bowl, a serving bowl. И не только. Мы также и мясо в него, второе блюдо, мясо кладем в эти serving bowl. Мы также и гарнир кладем в эти a serving bowl. Это сервировочные глубокие тарелки. A serving bowl, a serving bowl, a serving bowl. А вот большое блюдо под закуски. Это вот глубокие такие тарелки. А вот это мелкие блюда. Мелкие блюда. Мелкое большое блюдо. A serving platter. 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 Большое блюдо для закуски. Можно сказать a serving dish. Dish это блюдо. А можно сказать a serving platter. Подсвечник или подсвечник, правильно говорить. A candlestick. A candlestick. A candlestick. A candlestick. Свечка, свеча. A candle. Candle. Candle.
Candle, candle. Ваза с цветами, которая ставится на середину стола, еще называют a centerpiece, a centerpiece, a centerpiece, a centerpiece. Солонка. Солонка salt shaker, salt shaker. А перечница pepper shaker. Перец pepper, pepper shaker. Shake – трясти. Перечница pepper shaker. Pepper shaker, pepper shaker, pepper shaker. Масленка уже знаем. A butter dish, a butter dish, a butter dish, a butter dish. Сервировочная тележка. Вот у нас журнальный столик выполняет роль сервировочного столика, что очень удобно. Ну и у кого большие квартиры и далеко надо нести на подносе блюда в столовую, то, естественно, используют сервировочную тележку. A serving cart, serving cart, serving cart, serving cart, serving cart. Так. Столовое льняное белье, household linen. Household linen, household linen, household linen, household linen, household linen. Посудное полотенце, a dishcloth, a dishcloth, a dishcloth. Клос – это типа тряпки, это ткань. Dish – это посуда. Dishes – это посуда. Посудное полотенце, a dishcloth, dishcloth, dishcloth. Все очень просто в английском языке, поэтому он так распространен. Вытирать посуду посудным полотенцем. To dry, вытирать to dry. To dry dishes, то есть посуду можно назвать просто dishes. To dry dishes on a dishcloth. To dry dishes on a dishcloth. Вытирать посуду, сушить посуду на, если дословно переводить, на посудном полотенце. Вернее, да, на посудном полотенце. А сейчас есть, продаются в магазинах специальные подставки такие, куда ставится посуда и стекает. Подставки я имею в виду из какой-то ткани. Синтетической. To dry dishes on a dishcloth. Вот там как раз их ставят. On a dishcloth. А здесь вот вытирать. To wipe dishes with a kitchen towel. А здесь вот вытирать. To wipe, вытирать посуду кухонным полотенцем. To wipe dishes with a kitchen towel. 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 Клеенка. An oil cloth. An oil cloth. Oil, жир. An oil cloth. Oil cloth. Oil cloth. Oil cloth. Скатерть. A table cloth. A table cloth. Table cloth. Чайная скатерть. A tea cloth. A tea cloth. A tea cloth. Это чайная скатерть. Вот у нас, у меня уже второй French press. Это стеклянный заварочный чайник с прессом. Один я покупала еще Хабаровский. Он довольно долго мне служил, а второй я купила уже в Ялте. A French press. A French press. A French press. A French press. Видимо, он французского происхождения, изготовления. Во Франции придумали, наверное, его. Поэтому называется a French press. Стеклянный заварочный чайник с прессом. With a plunger. С поршнем. И с фильтром, with a filter, 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 plunger, press.
A French press. A French press. С ним надо быть осторожным. Я задела горячее стекло этого чайника, горячее стекло, задела холодным, то ли ножиком, то ли каким-то прибором столовым, холодным, и он у меня сразу же треснул. A French press has a plunger and a filter. Стеклянный заварочный чайник, a French press, имеет plunger, поршень и фильтр. A French press has a plunger and a filter. A French press has a plunger and a filter. A French press has a plunger and a filter. Вот весь этот стеклянный заварочный французский чайник называется French press. A French press. Так, глубокая тарелка для первого блюда. A soup plate. A soup plate. Ведерко для льда. Ice bucket. Так, мы... Кофейник. Coffee pot. Coffee pot, это говорили. Так. Носик чайника. Spout. 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 A spout. A spout. Носик чайника. A spout. A spout. Ваза для фруктов. Fruit bowl. Fruit bowl. Fruit bowl. Видите, все bowl. Все это bowl. Это глубокие тарелки общие. Глубокие большие тарелки. И их используют для салатов, для второго блюда, для гарниров и для фруктов. Fruit bowl. Fruit bowl. Fruit bowl. Ваза для фруктов. Fruit bowl. Доска для нарезки сыра. Cheese board. Cheese – это сыр. Board – это доска. A cheese board. A cheese board. A cheese board. A cheese board. Нож для сыра. A cheese knife. A cheese knife. A cheese knife. A cheese knife. Карточка с именем гостя у столового прибора. Place card. Place card. Place card. Place card. Card. Карточка. Место. Place. Place. A place card. В единственном числе. A place card. A place card. Place card. Cake fork. A cake fork. Это вилка для десерта или для торта. Dessert. Это десерт. Это и десертный, это и десерт. То есть это и прилагательное, и это и существительное. Это и десерт. Так, под тарельник еще называют service plate. Service plate. A 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 service plate. Вот тарельник. Bottom plate. A service plate. Так. Well. Так. Placemat. Мои любимые placemat. Так. Пирожковая тарелка. Мы уже говорили. Небольшая пирожковая тарелочка, которая для хлеба ставится выше вилок. A side plate. A bread plate. Так. Это ошибка. Well. Так, подсвечник, свеча, candlestick. Соусник, есть еще вот какое слово. Gravy boat. Gravy boat. Gravy boat. Gravy boat.
Крышка lid, 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 lid. И вот мои любимые вазы. Вазы в 2-3 яруса, которые этажерка, этажерка для различных кондитерских изделий. A serving stand, a serving stand, a serving stand, a serving stand. Я их очень люблю, они украшают стол. Двухъярусная ваза. Two-tier serving stand. Two-tier serving stand. Трехъярусная. Three-tier serving stand. Three-tier serving stand. Three-tier serving stand. Tier – это ярус. Tier – ярус. Tier – ярус. Three-tier serving stand. Three-tier serving stand. Three-tier serving stand. A three-tier serving stand. I like three-tier serving stands very much. Так, есть еще на высокой ножке вазы для торта. A cake stand. A cake stand. A cake stand. Тоже красиво очень смотрится на столе. A cake stand. A cake stand. A cake stand. Любые вазы на высокой ножке всегда очень красиво смотрятся. Блюдо на высокой ножке. Большое блюдо, видимо. Platter with stand. Platter with stand. На ножке с ножкой. Platter with stand. A platter with stand. A platter with stand. A platter with stand. Блюдо, большое блюдо на высокой ножке. A platter with stand. A platter with stand. Да, и мебель, когда мы повторяли, я не помню, мы повторили, нет, высокий детский стульчик для кормления. A high chair. A high chair. Так, графин еще раз. Кэрэф. Кэрэф по-американски. Кэрэф. Кэрэф, вот я выделила. Кэрэф. Кэрэф. А по-английски кэраф. 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 Кэрэф и кэраф. Кэрэф. Кэраф. Это графин. Графин. Кэраф. 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 Экэраф. 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 Кофе спун, кофейная ложка. Кофе спун, кофе спун, кофе спун. Ложка для пломбира. Маленькая с длинной ручкой. Sunday spoon. Вот это слово произносится так же, как и слово воскресенье. Sunday. Но пишется по-другому. Sunday spoon, Sunday spoon, Sunday spoon, Sunday spoon. По воскресеньям хорошо бы кушать натуральный пломбир. Сейчас я мороженое совсем не ем, абсолютно, потому что оно все на пальмовом масле. A Sunday spoon, ложка для пломбира с длинной ручкой. A Sunday spoon, a Sunday spoon. A Sunday spoon, a Sunday spoon. Маленькая ложка с длинной ручкой. A Sunday spoon. Мы уже повторяли с вами. Нож для рыбы, нож для мяса, нож для салата или закусок. Здесь вот есть еще такое, значит, синонимы этого слова. Здесь добавлено слово «кос». «Кос» – это блюдо. Блюдо в смысле не блюдо, которое ставится, а блюдо кулинарное. «Fish cos knife». «A fish cos knife». Тут долгое «о». «A fish cos knife». «A fish cos knife». A fish cos knife. Это рыбный нож. A fish cos knife. A fish cos knife. То есть это нож для рыбного блюда. A fish cos knife. A fish cos knife.
нож для мясного блюда. A meat course knife. A meat course knife. A meat course knife. A meat course knife. Нож для мясного блюда. A meat course knife. A meat course knife. A meat course knife. A meat course knife. Нож для рыбного блюда. Нож для блюда салат или закуска. A salad course knife. A salad course knife. A salad course knife. A salad course knife. То есть здесь course. Это не блюдо. Это не dish, которое ставится. А это кулинарное. Имеется в виду кулинарное блюдо. Так, dinner plate для второго блюда. И то же самое, вилка для блюда салат, вилка для мясного блюда, вилка для рыбного блюда. A salad course fork, a meat course fork, a fish course fork. A salad course fork, a meat course fork. Вот все долгие здесь гласные. A fish course fork. А тут в слове meat долгая гласная, course долгая гласная и fork долгая гласная. Так, a meat course fork — это вилка для мясного блюда. Лопатка. Мы уже говорили, cake server — это лопатка для кейка, для торта. А лопатка и вилка для салата — salad server или servers. То есть server или servers — это общее, это общая лопатка, общая вилка. То, что накладываем мы в свои тарелки, и она лежит в общем блюде. Server, 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 server. Так, ну зуб вилки вряд ли кому пригодится это слово. Tine, a tine of a fork. Зуб вилки. A prong of a fork. Вот, два синонима. A prong of a fork. Столовый нож, a steak knife. A steak knife, конечно, для стейка, это всем понятно. A steak knife, a steak knife, a steak knife. Нож для стейка. Он, кстати, острый, этот нож. Острее других. Так. Сервис. Еще сервис, не только set, но и сервис переводится, чайная посуда, просто tea things, или tea set, чайный сервис, dinner set, столовый сервис. Это мы уже повторили. А вот еще есть слово интересное. Супница, супница, суп тюрин или просто тюрин. Это супник и супница, которые ставятся на середину обеденного стола. Тюрин, 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 этюрин, этюрин, этюрин. Супница, суп тюрин. A soup tureen, a soup tureen, a soup tureen. Так, сахарницу можно еще назвать a sugar basin. A sugar basin. Это сосуд. Или a sugar pot. Горшочек. A sugar basin. A sugar pot. И масленку тоже butter dish и butter pot. Butter dish, butter pot. A butter dish, a butter pot. Коробочка для чая. Tea caddy. Tea caddy. Чайница, чайница. Так. В
Что мы еще тут не повторили? Графин, караф, и еще есть декантер. Декантер. Деканта и декантер. Графин. Какие заковыристые слова для графина? Так, поднос трей. Трей, лейдл. Разливная ложка, мы уже говорили. Половник. Лейдл. 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 Горчичница. Вот это мы не говорили. Горчичница. Горчишница, наверное, или горчичница. Там, где горчица хранится. Ставится на стол. Mustard pot. Mustard pot. Mustard pot. Mustard pot. Mustard pot. Штопор. Corkscrew. 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 Это штопор. Две долгие гласные. Corkscrew. 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 Скру – это вертеть, крутить. Corkscrew. 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 Кастрюля – pan, но это мы будем кухонную посуду в следующем видео повторять. A pan. Сито – a sieve. A sieve. Тоже это все будем повторять в кухонной посуде. Так, накрывать на стол. To lay the table. To lay the table. To lay the table. To lay the table. Накрывать на стол. To lay the table. Убрать со стола. To clean the table. To clean the table. To clean the table. На этом, я думаю, нам надо как-то заканчивать. Выливать. To pour out. To pour out. To pour out. Pour out some tea into something. Куда-то вылить что-то. To pour out. Банка, вот стеклянные банки обыкновенные. Это a jar, a jar, a jar, a jar, a jar. Так. Перед тем, как накрыть на стол, моя мама покрывает его скатертью. Before laying the table, my mother covers it with a tablecloth. Before laying the table, my mother covers it with a tablecloth. Before laying the table, my mother covers it with a tablecloth. Before laying the table, my mother covers it with a tablecloth. Я кладу 4 тарелки, 4 вилки, 4 ложки и 4 ножа на стол. Видимо, их 4 человек. I put four plates, four forks, four spoons, and four knives on the table. I put four plates, four forks, four spoons, and four knives on the table. Стаканы и чашки находятся возле тарелок. The glasses and the cups are near the plates. The glasses and the cups are near the plates. Are near the plates. Возле тарелок. The glasses and the cups. The glasses and the cups are near the plates. Как вы накрываете на стол? How do you lay the table? How do you lay the table? Lay. How do you lay the table? 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 Как вы накрываете на стол? Как твоя мама подает еду? Кстати, how do we lay the table? Я рассказала, как надо накрывать на стол в самом начале этого видео. Как твоя мама подает еду? How does your mother serve up the meal? Подавать.
Serve up, serve up, serve up, serve up, подавать еду. How does your mother serve up the meal? 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 Какие столовые принадлежности у тебя есть дома? What cutlery do you have at home? 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 Где ты хранишь тарелки, вилки и ложки? Where do you keep your plates, forks and spoons? Where do you keep, хранить, your plates, forks and spoons? Where do you keep your plates, forks and spoons? Для чего мы используем заварочный чайник? Why do we use a teapot? Для чего мы используем заварочный чайник? Why do we use a teapot? Why do we use a teapot? Answer me, please. Why do we use a teapot? Назови чайные принадлежности. Name the tea things. Name the tea things. Назови чайные принадлежности. Name the tea things. Name the tea things. Name the tea things. Для чего мы используем салфетки? Why do we use napkins? 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 У меня два заварочных чайника. Один для зеленого чая, а другой для черного. I have two teapots. I have two teapots. One is for green tea. The other is for black tea. А я бы сказала, one is for green tea, the other is for black one. Потому что здесь повторяется слово tea, tea. У меня дома несколько серебряных вилок и ложек. Я люблю серебряные предметы стола. Серебряные столовые приборы. У меня дома несколько серебряных вилок и ложек. I have some silver forks and spoons at home. I have some silver forks and spoons at home. I have some silver forks and spoons at home. Я люблю серебряные столовые приборы. I like silver cutlery. I like silver cutlery. I like silver cutlery. I like silver cutlery. Okay. I suppose it is enough for today. Bye-bye for now.